Привет, друзья! Сегодня у нас необычный собеседник. Фотограф из Челябинска Дмитрий Беляев. Привет, Дима! Дим, привет! По поводу необычного, наверное, лишнего, скорее обычный, как все, владелец зеркалок и без зеркалок. Нет, но я говорю необычный, потому что если набрать в Ютубе поиском «Дмитрий Беляев фотограф», то на первых местах будет «Как быстро вырубить противника в драке». Дело в том, поясню нашим зрителям, что Дмитрий дважды чемпион России по кикбоксингу, черный пояс по карате и при этом прекрасный фотограф. Вот, Дима, откуда взялась фотография? Фотография, наверное, отчасти это производная спорта. Когда я еще активно выступал, соревновался, меня позвал на фотосессию Анатолий Осинцев. Ну, раз позвал, два позвал, почему бы не пофоткаться, фотки получаются классные, красивые. И как-то мы с ним сдружились, медленно, но верно, мне стало интересно, что там происходит с другой стороны фотоаппарата. Угу. На тот момент у меня уже была зеркалка, но для чего у меня была зеркалка? Потому что это было круто иметь зеркалку. И не более того, а фоткал я на нее, да все подряд, вот... Как вот сейчас все фоткают телефоном, вот так же вот у меня была зеркалка. И какой путь ты в итоге прошел? Я слышал, что ты в области фотографии обладатель престижнейших призов. Вполне возможно, это у меня какая-то именно спортивная профдеформация. То есть хочется, ну, не просто фотографировать, да? Сфоткал там, молодец. Модель рада. Какие-то зрители еще рады, лайки, да, собираем. Но гораздо интереснее как бы в чем-то соревноваться. И опять же, вспоминая какие-то свои спортивные моменты, мне никогда не были интересны местечковые конкурсы. То есть рубиться хотелось, ну, на максимально высоких оборотах. И поэтому изначально я ориентировался в плане качества на картинки, которые точно так же, то есть занимают какие-то призовые места там, на международных фотосалонах. Большим таким весомым ориентиром для меня всегда были топы на сайте 500px. Угу. Там же я наткнулся на Шона Арчера. Ну, да. Там же я наткнулся на Георгия Чернядева, Джейка Олсона. Это в итоге все те люди, у которых я брал уроки. Угу. Впоследствии. Потому что если учиться, учиться у топов. Угу. Ну и мал-помалу на 500px начал на первые строчки попадать. Затем меня начали где-то здесь вот по Челябинску замечать. Где-то начал на слуху появляться. Затем ко мне обратился Сергей Коляскин. Наверное, не столько обратился, сколько заметил меня, чему я рад и безумно ему благодарен. Он предложил мне поучаствовать в одном из фотосалонов. Это был Триренберг Суперциркут, какой-то салон с каким-то названием. Я сбрасываю ему фотографии, там, распечатываю, отдаю. И через некоторое время он мне говорит: «Дим, у тебя вот золотая медаль». А я тогда и понять не мог. Как бы это круто, нет, вообще стоит об этом вообще говорить, или это... То есть я был очень далек от этого всего, я звоню своему учителю, другу Анатолию Осинцеву, который, в общем-то, и притащил меня в фотографию, и говорю: «Толь, вот Триренберг, Суперциркут, золотая медаль у меня, это круто, этим стоит вообще у себя где-то на стене, там, на странице делиться, или это лучше как бы так?» Он говорит: «Ну, как тебе сказать? Это, говорит, как Оскар среди фотографов». Я понял, но все равно, то есть у меня понимания было на тот момент мало. Потом, опять же, со спорта я знаю, что бывают какие-то случайные выстрелы, и все же уверенности в том, что у меня получается, не было. Мне хотелось как бы доказательств того, что это не случайность. И вот там уже при помощи того же Сергея Коляскина мы стали рассылать мои работы по другим фотосалонам. И как началось? Медали стали прилипать регулярно.
конечно, по первости это радовало. Затем я анализировал, а что призовое, что нет. И это где-то позволило мне также повысить или там тюнинговать свои навыки с пониманием, а что уже заходит на международных фотосалонах. И понимать, отбирая фотографии, что вот это вот в Инстаграме хорошо пойдет, там, ВКонтакте, а вот это вот надо обязательно отправлять. Так. То есть критерии отбора разные для вот соцсетей, для международных конкурсов. Конечно. А чем именно? Конечно. Вот как ты определяешь? Ты вообще заранее знаешь, чего хочет жюри, например? Я бы так сказал. Я начинаю подозревать, что вот эта фоточка должна что-то занять. Вот, наверное, точнее я сказать не смогу. Однозначно я понял, что соцсети и международные фотосалоны – это абсолютно разные критерии фотографии. Скажу проще. Ни одна полуголая девушка не получила у меня еще ни одной награды. Все медали я получил только за портреты. А вот в соцсетях портреты, ну, всегда как бы на втором плане. В соцсетях, конечно, рулит сексуальность. Да, ты снимаешь девушек, и в каждом кадре такая сплошная эротика. Понятно, что это нравится массовой аудитории. Конечно, очень красиво, супер и технически качественно. Но не кажется, что это как бы просто? Не хочешь какой-то челлендж для себя? Ну, поэтому и награды на конкурсе получают снимки вот с лошадьми. Вполне возможно, но вот пара съемок с лошадьми, которая у меня получила там определенное количество наград, это, ну, далеко не единственные картинки, которые, назовем их, титулованными. Есть немало просто портретов, которые мне самому нравятся, именно портреты, крупные планы, которые получают награды. Сейчас хочу несколько мужских портретов отправить. Просто самому безумно нравится. И, как ты сказал, это новый челлендж для меня. Потому что девчачьи портреты, они получают какие-то награды, они получаются. Но в какой-то момент это становится не особо интересно. А вот ты говоришь, тебе самому нравится. А ты можешь как-то более-менее четко сформулировать, когда тебе снимок самому нравится, что в нем должно сойтись? На первом месте это эмоция какая-то, скорее микроэмоция. Потому что особо какие-то яркие эмоции изобразить простому человеку, а я снимаю только простых людей, это будет наиграно. Это, наверное, на яркие эмоции способен только профессиональный актер. А у простых людей, как у меня проходит съемка? Если я вижу типаж интересный, то подловить у него микроэмоцию – это не проблема. Но с ним нужно общаться, разговаривать. И это не так, что все там делаем грустное лицо, либо там делаем веселое лицо. Нет, мы сидим, общаемся, я наблюдаю за человеком, потом говорю, извини, пожалуйста, вот этот жест прикольно получился, можешь его повторить? В какой-то момент люди начинают стесняться во время съемки, и эти стеснения – это те же самые микроэмоции. Здесь важно успевать их снимать. И вот именно в момент общения, наблюдая за человеком, можно увидеть какие-то очень, на мой взгляд, интересные жесты, пластика. То есть у мужиков проскакивают такие, ну, достаточно брутальные, классные выражения лица, которые мое дело зафиксировать. То есть я где-то прошу либо повторить, а когда какой-то брутальный мужик делает смешное лицо, это классно втройне. У девушки, когда она напряжена, она двигается, назову это, угловато. А когда все, поболтали, расслабилась, вот лезет это наружу кошачья натура, да, все равно, то есть все девушки обладают какой-то долей пластики, грации. И вот в эти моменты моя и задача это все подлавливать, улавливать, просить повторить какие-то жесты. А какую технику ты используешь, какую камеру снимаешь? Я снимал на Nikon, на Canon, сейчас перешел на Olympus.
Ну и большинство сейчас у меня фотоаппаратов, объективов, это именно Olympus. Какие объективы использовал, какие модели? Можешь как-то про них пару слов? Да, конечно, могу. Первый объектив, который у меня появился, это 25 мм 1.2 Pro серии. Сразу. У меня тогда еще был Nikon, который регулярно промахивался мимо фокуса на съемке, и я считал это нормой. Я думал, что такое происходит абсолютно со всеми, ну, потому что не с чем было сравнить. И когда в руки мне попал объектив Olympus 25 мм, это первое мое профессиональное стекло от этого производителя, сначала я просто не поверил, что можно не промахиваться. Можно не промахиваться вообще. Я начал тестировать его в самых разных условиях и был очень удивлен, честно скажу. Процент промахов уже был не огрехами техники, а уже когда у меня ручки кривые. А ты распознавание лица и глаз используешь или сам точками, нет, точкой наводишь? Нет, я точечку всегда ставлю. То есть распознавание лиц, это, наверное, при репортажке, возможно, важно. Ну, наверное, да. Я здесь в репортажной съемке не силен, поэтому умничать не стану. То есть всегда ставлю точечку, всегда, собственно, попадает фокусировка в глаз, промахов их просто нет, если я сам там где-нибудь не накосячил. А еще какие объективы? Потом я купил 12-40 миллиметров, 2.8. Тоже попробовал снимать, не совсем мое. При моей любви к открытым диафрагмам и съемке на улице, но для студии этот объектив оказался для меня просто абсолютно незаменимым. То есть на 12 миллиметрах, когда мне нужна дисторсия, я использую дисторсию. На 40 миллиметрах это просто сказка, никаких искажений. Ну и диафрагма 2.8, это все-таки достаточно светлый объектив, и он достаточно неплохо размывает задний фон, если все-таки я снимаю на улице. Следующим объективом у меня появилось стеклышко 45 мм 1.2. На данном этапе для меня это просто самый лучший портретный объектив из всех тех, которые я когда-либо трогал своими ручками. Он снимает за меня. То есть я просто подлавливаю эмоцию, я просто не задумываюсь о техническом компоненте съемки. Это действительно объектив, который, ну, выдает просто бесподобную картинку. Плюс это аналог 90 мм фикса. Это объектив, который не искажает. У меня здесь, наверное, нет смысла пересыпать какими-то техническими терминами. У меня просто сопли и слюни восторга от этого объектива. Да, я соглашусь, да. Это вот на 45 миллиметров снято. Безумно нравится мне эта фотография. Точно буду ее отправлять на фотосалоны заморские. И как ты говоришь, это крупный портрет, но для меня самого в нем какая-то скрыта огромная сексуальность. Конечно. И с этой фотографией связан еще очень интересный момент. Девушка была на 9-м месяце беременности, когда мы эту фоточку сделали. Дальше у меня появился объектив 40-150 на дыре 2.8. Также очень-очень интересное стекло. Я не до конца его сейчас понял. Однако я уже отснял на него немало съемок в студии, на улице также. Наверное, сейчас это то стекло, которое я просто всегда беру с собой в поход. Еще куда-то в студии, даже если я планирую что-то поснимать с дисторсией, там на 12 миллиметрах, этот объективчик я тоже возьму с собой, что бывает так, что мы с моделью запланировали одну съемку, потом я вижу у нее какую-то эмоцию прикольную, там что-то мне мгновенно взбрендило, я бросаю все, стой, я переставляю свет, беру этот объектив, мы делаем 3-5 кадров, вот, которые у меня родились в голове, и возвращаемся обратно к нашей теме съемки. Дим, ну и какое место теперь в твоей жизни занимает фотография? Вот ты в профиле ВКонтакте прямо пишешь: коммерческой съемкой не занимаюсь. То есть как?
все, что мы видим, это только хобби? Да. Отчасти хобби. В какой-то момент я занимался коммерческой съемкой. Ценник у меня был достаточно высокий, вдвое больше, чем в среднем по нашему городу, но надоело. Мне товарищ порекомендовал обратить внимание на фотостоки. Я туда сунулся. Вроде что-то понятно, что-то непонятно. Помаленечку начал выкладывать. Картинки стали продаваться. Но не все так просто. Я же туда начал выкладывать то, что я снимаю сам на своих творческих съемках. А это не совсем то, что нужно стокам. И здесь мое желание какого-то преодоления себя, какой-то очередной зарубы, потребовало от меня анализа. А что же там можно продавать? Потому что вот познакомился с ребятами, у одних там такой доход, сякой доход, а мне там капали какие-то жалкие копеечки. Пришлось анализировать, и для себя со временем я понял, что стоки — это третий вид фотографий, который не подходит ни для фотосалонов, ни для соцсетей. И мало-помалу продажи пошли, что буквально через год после моего осознания, просветления в этом вопросе позволили мне, в принципе, полностью отказаться от работы с заказчиком, который, я думаю, каждый фотограф знает, она не всегда комфортная. Собственно, и заработок в области фотографии сейчас у меня идет чисто со стоков. И это позволяет мне отказаться от коммерческих съемок и заниматься только творческой фотографией для себя. То есть у меня отдельно стоковое направление фотографии. Понятно. И для стоков ты Олимпусом тоже снимаешь? Я бы сказал, на 90% на стоке у меня идет съемка на Олимпус. Мои объективы перекрывают практически все мои потребности по стоковой фотографии. А основная работа у тебя при этом какая? Основная работа — я тренер. Тренер по боксу. Понятно. Слушай, ну вот часто говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Вот у тебя, очевидно, очень успешная деятельность в разных направлениях. Как думаешь, почему так? Это так повезло от рождения, или упорный труд, или какие-то у тебя есть секреты вот в подходе к разным, в отношении к разным занятиям? Или как вот ты говоришь, что нужна заруба тебе? Наверное, я слегка недолюбливаю слово «талант». Угу. У меня это слово ассоциируется с чем-то, данным на халяву. Да. Я, наверное, трудоголик. И мне нравятся такие, назову их, математические задачи по анализу. Анализу рынка, анализу того, что продается, что интересно заказчику и так далее. Это свойство также у меня пошло из спорта, когда далеко не все у меня получалось, и приходилось постоянно анализировать, вникать, искоренять какие-то свои слабые звенья. Ну а вот куда бы ты хотел, именно мы сейчас про фотографию говорим, развиваться дальше? Есть ли какие-то, может быть, неосвоенные навык, умения, которые ты хотел бы развить? Чем больше я вникаю в фотографию, тем больше я понимаю, что мои умения — это какой-то просто мизер. То есть еще я не умею в фотографии очень много чего, огромное количество. Периодически звоню своему учителю: Толи, там, Толь, вот и вот такая в голове идея, как снять, вот вообще не понимаю. И он мне как-то умудряется это на пальцах достаточно легко объяснить. То есть развиваться в области фотографии, да, можно, по-моему, бесконечно. Потому что на том уровне, в котором я нахожусь, это, ну, для меня какие-то такие зачаточные знания, что я вот понял, как портретики снимать, вот как девушек не очень одетых снимать, там, ну что, спинку прогнуло, томный взгляд, и хорошо. В области стоков, там, ну, какой-то, там, более жизненные какие-то сцены, технически все как бы тоже относительно просто. Чуть добавить навык по ретуши вроде тоже неплохо, но я часто вижу у таких фотографов, что я безумно хотел бы повториться, снять что-то подобное, но я вообще даже близко не понимаю, с какой стороны подступиться к вот такому виду фотографии. Мне, например, безумно нравится
как некоторые мои друзья снимают пейзаж, но все, что я не пытаюсь снять в этой области, ну, мягко говоря, фигня какая-то. Абсолютно неинтересные картинки выходят. Спасибо, Дим. Было приятно пообщаться с таким позитивным человеком. Тебе спасибо за интересные вопросы. Отвечая на эти вопросы тебе, я себе тоже ответил на некоторые. Спасибо, до встречи. Спасибо, счастливо.